Здравствуйте, с вами 1740. Мы находимся на экономическом форуме «Развитие сельских территорий. Решаем проблемы вместе». Нам очень важно сегодня вот подвести эти некие итоги, обсудить то, чего мы достигли и как мы будем достигать тех дальнейших наших целей, которые мы для себя определили. И мы очень хотим, чтобы вот этот опыт, то, что здесь наработано, сам способ достижения целей был применен в других территориях, потому что в целом это обеспечит развитие Рыбинского района. На торжественном открытии форума было посвящение учеников Рыбинска и Рыбинского района в ряды юнармии. Ребята давали клятву быть честными, верными Отечеству и соблюдать устав юнармии, после чего им дали значки патриотического движения. Была представлена площадка нашей редакции, где ребята попробовали себя в роли журналистов и записали начальный стендап. Сегодня, 19 апреля, в нашей школе прошел экономический форум. Здесь мне встретилось много важных персон, главы поселений, депутаты, предприниматели. Я выступала в фокус-группе «Тематический завтрак», в которой обсуждалась тема развития индивидуального предпринимательства Рыбинского района. А экономический форум продолжился фестивалем «Песочинская мозаика». Давайте же узнаем, чем здесь можно заняться. Эй, петух, привет, чем тут заняться можно? Не знаю, развлекаться. Развлекаться? Да. А ты развлекаешься? Развлекаю народ, разговариваю. Подошел к концу мастер-класс, на котором я попытался сделать куклу-подорожницу. Было сложно и одновременно интересно. А с вами были 1740. До новых встреч!